Сейчас я буду делать наговор на свой кошелек, чтобы в нем всегда водились деньги. Открываю свой кошелек. Вытаскиваю все, что не касается денег из кошелька. Ну, у меня не так много, я недавно вытаскивала, чистила его. Вот разные бумажечки. То есть все, что не касается денег, вытащила. Далее. Деньги я разложила по отделах кошелька заранее, по ячейкам. В одной ячейке мелочь. Далее по нарастающей денежные купюры. Вот. И в следующие ячейки в отделе более крупные купюры. Сюда также можно положить валюту других стран. Это евро, доллар, гривну. У кого что имеется. Что еще я оставляю в этом кошельке? Это мои обереги. Я их ложу также в отдел, который не соприкасается с деньгами. Вот мои иконки. Вот, вложу их, залаживаю обратно в кошелек. Закрываю кошелек. И прежде чем я буду делать наговор на кошелек, я одеваю платок на голову. Далее. Сегодня 20 декабря. Церковного праздника нет. То есть в этот день не должно быть никакого церковного праздника. Если наговор читает женщина, у нее не должно быть критических дней. Итак, сам наговор. Как звезд в небе много, как воды в море хватает, так и моему кошелю, чтобы денег было много и всегда хватало. Аминь, аминь, аминь. Далее. Я раскрываю кошелек. Достаю из своего кошелька 5-копеечную монету левой рукой. Ложу в левую руку посерединке. Обязательно это в левую руку. И читаю наговор на монету. Деньги к деньгам, кошельки к кошелькам. Как солнышко светом золотится, так чтобы и копейка моя светилась, деньги приносила, радость дарила. Как сказано, так и сделано. Будьте слова мои крепки и действия тверды. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Этот наговор я читаю 3 раза. Затем беру эту монетку и ложу в кошелек. Но не к этим, свои мелочи, не к этим денежкам, а ложу в отдел, ну вот у меня в кошельке есть такой отдел, там замочек. И закрываю его. То есть нужно положить в отдел, где нет денежек. И запомнить. И этой монеткой я не буду пользоваться ровно год. Через год я эту монетку достану из кошелька и использую. И сделаю новый наговор на кошелек.